А нам идти надо на кадр, наверное. Идти? Нет, конечно, не надо, не надо. Поехали? Поехали. Можем. Доброй ночи. Здымочная группа программы «Столица» отправляется на святкование свято Хэллоуин. Привет. Дорога, дорога, вы под окрылом.
я девочки люблю. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А птичка поет тепло. А рыбка поет рыболов. Продаю. Принимается заявка на рецепты пиявки. А Франкика. Мои дорогие. Мои дорогие. Паровозы по ТБК можно? Смотри на камеру. Чего не здороваешься? Вася. Вася. Первый раз видишь меня, да? Это тоже вырезать надо. Но это Беломор. Лучшие сигареты в мире. Чего? Лучшие сигареты в мире. Папиросы. Отличная компания. От других. Let's go, Jellicene. Animals. Animals. Green chili.
animal. Green jelly! Green jelly, yeah! Yeah! I don't like it. It's a fucking green jelly! Can I taste you, bloody boss? Punch, блин, это круто. Внизу там. Смотри, там в шкафу там много разных штук. На полу. Ведро. Punch. I wish that's enough posing for the camera for now. Anyway. I don't know. I don't care. TBK. Who cares anyway? You guys smoking? Баба, я пусти руку. Надо, чтобы в той программе этого не было. Где микрофон? Ну, давай, бабах и отпусти руку. Бабах! Так, что попить вам дать? Эй, пришли снимать. Сюша, две твои очки. Пожалуйста, следующий. Вау, 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 вот. 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 Я санкции сели. Ой, сколько, ты же меня не понимаешь. А ты через глаза пробовал? Соломинка есть? Нет. Глаза пробовал. Есть такая группа. Ты узнаешь? Ксюша, работаем. Ксюша, работаем. Ксюша, работаем. Да повернись. Кого? Чьи? Свои. Можем. Скажи, что за праздник? Хэллоуин. Это когда все привидения. Это привидения. Только это, в этот день они могут гулять на земле. А в Англии каждый год отмечают этот праздник? Да, но обычно это должен быть 31-го. Ну, просто мы работаем в понедельник, не надо. А поподробнее можно про этот праздник? Па. Ну, это, как сказать, типа фестиваль для всех духов и привидений, которые просто сойдут с ума до того, как все эти скучные христианские святые вернутся на землю, понимаешь? А это праздник злых духов или добрых? Ну, злых, но мы не злые. Это просто повод, понимаешь? На здоровье. Бах. Побег. Поехали. А почему вы здесь, в Минске, вы тоже отмечаете этот праздник? Это просто еще один день, когда, возможно, много выпить и много курить. Зачем мне? А что вы делаете? Почему? Мы сюда приехали, потому что вот в Англии, да, но очень трудно жить в Англии, нам очень нравится здесь. Мы здесь учились 2 года назад. А почему вам нравится Минске? Ну, здесь очень хорошие люди. И очень хорошая водка. Я не знаю. Марк, а ты? Ну, тоже примерно такие причины, я также... Дух народа мне больше нравится, чем у меня, где все замкнуто. У вас все и слишком просто. И все правильно. Все правильно. А у нас неправильно. Ничего. А что больше всего нравится? Они просто прочли вот эту книгу. Города Минск? Да. Население. Люди или количество населения? Люди. Люди.
А чем не хороши эти люди, Минские? Ой, такие вопросы. Как будто ответить. Ну как, так и отвечаю. Каждый день здесь что-нибудь другое можно случиться. В Англии каждый день то же самое. Может быть, здесь каждый час разный. Да. Неожиданно. Все. Да. Сегодня приходишь водка по 5-400, а завтра приходишь вот уже. Это есть неожиданно. А вот сок. А вы долго еще здесь будете жить? Я не собираюсь ехать домой. Вообще. Вы не собираетесь гражданство Беларуси принимать? Зачем? Это зависит от жены. У меня пока нет жены. Карлайн, а вы? Я не хочу жениться. Это будет лесбианизм. Вы хотите уехать обратно в Беларусь? Не очень. Не знаю, наверное. Не скучаете? Чуть-чуть иногда, но дома тоже скучают. Интересно? И все? Но я не знаю, мы еще не были здесь зима. Зимой. Возможно, что вы замерзнете. Да. Мы будем. Но тогда надо пить больше, чтобы согреться. На чем вы ездите в Минске? На транспорте. В самолете. Не на самолете. У меня собственный самолет. А вот, Мелмент? Я гас. А, да, троллейбус. А ты, Марк? А также метро и автобусы. А велосипед? Бывает. Да, я страшно люблю велосипед, но ваши водители вообще сумасшедшие. Ну ты же сказал, что тебе нравится в Минске. Мне нравится, но просто... Водители сумасшедшие. А милиционеры? За приборами. Тупые. Эти хлопцы красные! Знаете, красные это коммуняка! Попался паскуда! Стреляй его, хлопцы! Гляньте, красный! Что родину продал, паскуда! Сам съел? Съел! Опусти камеру! Красномозга! Бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют! Пионер вожатая, Сергей Это была водка. Опять красная сука бабу увела! Хлопцы! Опять красные! Бей красных, пока не побелеют! Бей белых, пока не покраснеют! Ну ладно! Мы их душили! Порубать меня. Вау. Ладно. Я только ваша. Постоянно попадает в этот луч света. Я не понимаю. Ну гад. Порубаю всех красных.
No comments. Наставлю, будешь на меня называть. Нет. Честно, это будет нормально. Ты же давай, тапичек на себя. Нормально, да? А я тебя не снимаю. Я себя я снимаю. Я знаю. Поэтому я говорю нормально. Дайте мне, пожалуйста, очко. Я сейчас лягу на кровать. Неужели? Он не понял. Молодой человек, вы знаете, мне очень стыдно, что вы вот работаете, а мы как-то отдыхаем, да? Он как бы. А вы дверь снимали, да, снаружи? Раскрасневшийся лес. Тебе парк, это новая реклама. Нет, да. И ваши волосы. Смотрел? Можно у тебя? Бля, что ты чешешь? Это бедность. Это шоу. Никогда не пробовал? Нет. Хоть на штуку будет. Thank you.